Всем здорово, я снова на проекте Smatra Rage, и как вы видите, моя РС-ка снова без обвесов. Объясняю, что произошло. Я недавно делал видос, где сравнивал то, как едет Shellbar и РС-ка с обвесами и без. И там разница оказалась незначительной, всего лишь пару процентов в ускорении, в торможении, без обвесов тачка почему-то вообще полетела меньше, чем с обвесами. Ну то есть аэродинамика в прыжке на лету никак не повлияла, а наоборот сделала только хуже. И на меня обрушился небольшой шквальчик критики, то что я неправильно тестил, то что я тестил не те тачки, что-то еще там человек показывал то, что на дрифт-корчах это все влияет, на стоковых автомобилях это все влияет. Только при чем тут дрифт-корчи? Про дрифт-корчи я не снимал этот видос, влияют ли обвесы в дрифте или нет. Люди говорят то, что влияют. Окей, я это не проверял, я не буду говорить, так оно или нет. Потом он почему-то начал говорить про стоковые чипы, то есть прям вот купили автомобили на стоке, покатались, поставили обвесы, и он поехал по-другому. Опять же, при чем тут сток? Я тоже не совсем понял, кто катается на стоке. Я снимал видос не для тех, кто катается на стоковых автомобилях. Таких людей потому что нет. Вы катаетесь на стоковом автомобиле от автосалона до тюнинга. И то некоторые люди берут тачку другую, которая уже FT-шная, чтобы не кататься на стоке, едут до тюнинга и там тюнингуют тачку, потом также до чипа. Короче, суть-то в чем? Мне сказали то, что я неправильно проводил тесты свои, то, что я там на Shellbar'е. В итоге я сделал пока что другой тест. Смотрите. Я решил сделать правильный тест. А, так у меня же это в премьере открыто. Зачем я это здесь буду вам показывать? В итоге я взял РС-ку с обвесами и без обвесов. Вот РС-ка без обвесов, а вот РС-ка с обвесами. В итоге вот я начал у этого столба делать видос, и у этого же, и здесь я еду на максималке. Смотрите, в итоге с обвесами я повернул вот здесь. То есть как только проехал дерево, как вы видите, я начал поворачивать. Вот здесь тачка уже поворачивает. И заехал я вот сюда, не выехал, короче, вот за эту линию в этом повороте. С обвесами и не на стоковых дисках, и еще и, как вы видите, с неоном. Все, короче, как должно быть. А потом берем видеоряд со стоковой РС-кой. Я начал поворачивать точно там же. Ну ладно, на полметра, короче, может быть, раньше начал поворачивать. И в итоге проехал примерно точно так же, даже лучше, потому что я еще здесь все-таки задел стену. Прям это видно. То, что я стену задел, меня немного все-таки еще отбросило от стены. Но в итоге почему-то без обвесов я проехал лучше, хотя меня там человек уже примерно 2 часа, даже когда я записываю этот видос, все еще продолжает хейтить. Ладно, с этим все понятно. Пока что у меня РС-ка проехала лучше, и даже он ничего не сказал по поводу этого теста, то что он плохой. То есть он на лету такой хоп, переобулся, и уже мои тесты нормальные. И да, РС-ка уже начала ехать без обвесов лучше, чем с обвесами. Смотрите. Я сделал сразу кучу тестов. Мне потому что нечего делать, я жду обнову, сами понимаете. Я у Максима, кстати, занял денег для того, чтобы опять убрать полностью весь тюнинг. Смотрите, здесь я на максималке еду по своей полосе. Просто показываю, еду по своей полосе на максималке, вообще не отпуская газ. Вот здесь я также нормально проехал, чуть-чуть меня подкинуло, ничего страшного, ладно, здесь я проехал. А вот здесь, смотрите, я все это время поворачивал, я, видимо, наехал на какую-то кочку или что, меня немного подснесло, ну ладно, это не суть. В итоге, что я сделал, я проехался по этому же самому, блять, да где? Проехался по этому же самому месту, также по своей полосе, как вы видите, стоковая тачка, без обвесов, сток-диски, нет неона. И в итоге еду я здесь, еду. Проезжаю все точно так же. Вот здесь вот я не уебался в эту кочку, хотя проехал по точно тому же месту. Вот видите, да, меня здесь подкинуло, но не так сильно. И заехал идеально, и меня еще не развернуло. То есть, можете пересмотреть этот момент. А здесь РС-ка тоже проехала лучше. Но мне сказали то, что это просто все дело в РС-ке. То есть, сначала он мне говорил то, что мои тесты полная хуйня. А потом уже оказывается то, что нет, мои тесты не хуйня. Дело в РС-ке, все, хорошо, ладно. Я же опять же повторю, я не против, чтобы это было правдой. Просто тестовый сервер закрыт, и я не могу потратить несколько недель, ну, несколько дней для того, чтобы тестить абсолютно каждую тачку таким образом. Прям миллиметр в миллиметр все проезжать, проверять, но это же ебануться можно все это делать. Я проверяю на самых популярных тачках. В итоге, что мы имеем? На Porsche Singer'е, я очень надеюсь, что мне хватит на него денег. У меня там что-то 1 018 000, по-моему, денег. Блять, нет, не хватит. Singer сам по себе стоит 18 миллионов. Вот, якобы на Singer'е есть прям невероятно огромная разница. Давайте, ладно, это тоже проверим, без проблем. Да, кстати, да, там еще были забавные отмазки. Я, правда, думал про них не упоминать.
Но он говорил то, что якобы вот у тебя просто хороший чип с хорошим зацепом, ну то есть дефолтный чип, который ставит себе абсолютно каждый игрок сервера, и из-за этого якобы вот у меня вот таким вот образом поехала тачка. Хорошо, я беру Сингер, тюнингую его на максимум, ставлю опять же какой-нибудь рандомный чип, опять же, который ставят себе все игроки сервера, и проверяю так. В итоге, что мы имеем? Если у вас дрифт Карчина и очень маленький зацеп, тогда обвесы на самом деле хоть как-то влияют. Там, короче, он пока разгонялся до 230 что-то на Сильвии, в итоге была разница в один корпус. Но если этот один же корпус будет на Сингере, то, извините, пинг на смотре больше, чем этот один корпус. Хотя, кстати, если задуматься, это очень странно, почему, когда я показываю FT-шные тачки, нормальные тачки, на которых ездят абсолютно все люди, поедем в палетку, наверное, там еще попробуем змейку пройти. Его, кстати, нужно делать гораздо жестче, потому что у него подвеска чересчур мягкая. Ну ладно, я покатаюсь на такой подвеске, кто-то может и на такой будет кататься. А там на самом деле просто максимальную минимальную высоту нужно немного подзажать, и все нормально будет с тачкой. Так, знаете, в то место я, блядь, лучше потом еще раз съезжу, потому что у меня... Я понял то, что подвеска для этого Porsche очень сильно не подходит CRS-ке. Мне нужно, короче, ехать и менять подвеску на Porsche-ке. Он слишком мягкий. Так что на этом чипе лучше потом еще раз съезжу на восьмую гонку, проедусь снова. Так, короче, ставлю обвесы все на Сингер. Все тесты я сделал. Цвет дыма покрышек тоже поставлю какой-нибудь. Он вроде тоже должен влиять на зацеп. И будет хорошо, если повлияет. Так, кит-набор у нас тут целый есть. Спойлерок тоже ставим, тонер тоже ставим. Ну и давайте ксенон и неон тоже поставим. Все, можно ехать. Высоту подвески и развал, вот это все я настраивать само собой не буду. О, а что я могу сказать? На Сингере сразу заметна разница, да. Тут обвесы повлияли, включим еще неон. Тут прям, да, сразу заметно. Правда, моя проблема была то, что я ускорение и торможение не затестил. Но с Сингером, да, 100% на нем стало ехать гораздо лучше. Очень интересно, какой логикой руководствуются разрабы. И я-то понятно, какой логикой руководствовался. Это надо вообще, блин, в начало было бы видоса ставить. Если на RS-ке обвесы никак не повлияли и на шелбаре обвесы никак не повлияли, то по всей логике обвесы не должны повлиять ни на что и на других тачках, ну потому что это логично, да? Но нет, на смотре все не так, на смотре от балды были прописаны характеристики разным автомобилям от разных обвесов. И если судить по одной-двум тачкам, то по ним судить нельзя, потому что все автомобили с обвесами себя ведут по-разному, это очень странно, пиздец. Просто видите, в чем дело? Я же говорю, я этот видос заснял про две тачки, про шелбарь и про RS6. На них я разницы не заметил. Но мне тогда придется снимать видосы про абсолютно каждый автомобиль. И я сам говорил, я сам очень был бы рад, если бы обвесы все-таки влияли на характеристики автомобиля, на зацеп, на прижимную силу, на управляемость, на всю эту хуйню. Но на шелбаре и на RS-ке я этого не заметил. Но мне сразу начали говорить то, что я несу хуйню. Хотя я вам показывал тесты, там видно то, что я не нес хуйню. Просто у меня было два автомобиля, которые я смог затестить. А Сингер, кстати, даже можно не проверять. Я сразу вижу то, что на нем зацеп реально добавился. Меня сейчас не будет так сносить, как в прошлый раз. Я сейчас еду прям Нет, сносит немного. Но еду я в любом случае гораздо стабильней. Тогда я сюда вроде как так же смог примерно заехать. А суть в чем, я не знаю. Мне реально походу придется брать абсолютно все автомобили, которые есть на сервере, и составлять прям, блять, таблицу. Есть ли разница в прижимной силе, в зацепе, в управляемости от обвесов или нет. Я-то готов признать свои ошибки. Точнее даже не ошибки, а не то, что даже лень. Ну, наверное, все-таки лень. Да, я бы мог у Сани попросить 500 000 и протестить абсолютно все автомобили. Но, видимо, сейчас так и придется сделать. Я вот тоже не понимаю, почему нельзя было написать кому-то там из нашей банды, чтоб я добавил его в друзья, чтоб мы это в ВК обсудили. Нет, надо называть меня пиздоболом и говорить то, что я несу прям дикую хуйню. Окей, ладно, видимо, у этого человека именно такой метод общения в этой жизни без проблем. Просто то, что вот один небольшой лишь видеоряд, кусочек 10 секунд, как он заехал в поворот на Сингере с обвесами и без, я бы сказал, нихуя себе, я пошел у Сани просить 500 000, чтобы это все проверять. Но нет, я уже объяснял, чем это закончилось. Да, Сингер реально очень хорошо заехал. Он заехал примерно так же, как РСК, может быть даже еще лучше. На вот этом вот своем обвесе. Просто теперь интересно, у скольких автомобилей все-таки влияет прижимная сила от обвеса, ну зацеп, управляемость.
а у скольких нет. Мне, наверное, даже нужна будет помощь. Я, в принципе, так-то и у Гула попросить могу. Он вроде тоже говорил то, что хочет проверить вот настолько досконально все это. Так, короче, сливаю Сингер в ГОС, сливаю все свои деньги, потому что я вообще у Макса занял. Пойду, короче, рассчитаюсь с долгами и верну себе ровно столько же денег, сколько у меня было, когда я начинал все эти тесты. Да, мне же еще на РС-ку надо тюнинг поставить, вернуть весь обратно. Бля, сколько же еще автомобилей надо будет протестить, ёб твою мать. Это, наверное, я буду делать после обновы, после того, как запилю все видосы на обнове. И буду делать тесты на тестовом сервере, когда мне Саня его откроет. Потому что вот так вот Саню тревожить постоянно, и там уже можно будет запутаться, сколько денег моих. А я еще собираюсь ведь покупать фуру, работать на фуре, короче, всей этой херней заниматься. Кстати, да, забавная ситуация. Мне один чел говорил то, что Revuelta едет без обвесов тоже лучше, чем с обвесами. Вот это тоже надо будет проверить. И да, как вы могли бы заметить, на сервере есть несколько Revuelta, и почти все они без обвесов. Ну, именно те, которые я видел, когда я общался с чуваками, они говорят то, что им обвес не нравится, и им нравится, как она едет без обвеса.